Уважаемые участники дорожного движения, в осенний период в связи с изменившимися погодными условиями обостряется дорожная обстановка, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, чаще происходят наезды на пешеходов. На мокрой дороге у автомобилистов удлиняется тормозной путь, но водители надеются на собственный опыт и не принимают в расчет изменившиеся погодные условия. Во избежание ДТП необходимо выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, соблюдать установленную дистанцию, не нарушать правила маневрирования и, конечно же, не забывать о пешеходах, которым необходимо всегда уступать дорогу. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными. Нередко в плохую погоду сами пешеходы теряют бдительность, так как более озабочены тем, чтобы побыстрее преодолеть расстояние. Кроме того, зонт, капюшон, головные уборы с большими полями или козырьком ограничивают обзор. Уважаемые пешеходы, не забывайте, в ненастную погоду очень важно быть заметным на дороге. Поэтому в темное время суток крайне необходимо носить на одежде световозвращающие элементы.